Вот. Так, давай. Давайте я здесь ловлю. А ты там лови у нас. Аккуратненько. Холодно уже становится. Курточку одень. Нет, не мне. Не прижимай туда, чуть-чуть оттяни. То есть, ну вот, помогай ей. Видишь, она упирается, оттяни на себя немножко, на себя, на себя. Вот. Не саму, вот смотри, вот, вот так вот не держи. А, Кирилл, вот так не держи, немножко вот так вот. Я так и делаю. Вот, молодец. И тут главное не спешить как бы так вот. Ну, поспешить можем. Делать все спокойно. Да, не спеша. Все. Так. Тихо. Так, Даринка. Здесь смотри, каким образом. Здесь вот второй колышек у нас такой. Я же, да? Я поняла, что мне надо делать. Раз, мне его туда. Оп, поставил. То есть он второй такой. И здесь вот потом нужно будет поправить это все дело. А вот это как-то. Так, да. Давай снимай здесь. Сюда вот. А здесь мы смотри, вот так вот раз, 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 раз. Она такая из скользящего материала. Колышек вставляй. Опа. Вот таким образом. Ага. Так, у нас колышки, Дашенька, подай вот. Колышки вон. Она назад падает. А мы сейчас натянем и падать не будет. Рюкзаки можно немножко отодвинуть в сторону, ребят, пока. Так, колышек раз. Как-то вот так. Колышек два. Кирилл, не поднимай тяжесть. А то еще пуп сорвешь. Что? Вот здесь. Вон ту. Ничего не понял. Оно не тяжелое. А, нет, у меня рюкзак. А, для него это тяжелое? Натяни. Нет, не тяжелое. Тут камень даже. Нехорошо получилось. Нормально. Так, лучше поставлять в землю. Вот это, видишь, еще тоже размещение палатки. Частенько получается так, что колышек тут нетрадиционно как-то входит туда, в землю, понимаешь? Так бывает. В этой ситуации надо подумать, как решить, как найти выход, выход с этого положения. И теперь самое интересное, то есть вот они у нас попадаются. Да, Геннадий. Да. Только. Где? Так и должно быть. А так и должно быть. Там поддувать должно немножко, да. То есть вот. То совсем душно станет. Ну, вообще да. Потому что, допустим, один человек туда спишь нормально, вдвоем, троем, четвером. То есть надо открывать. Для этого там есть специальные дверки, они из марли так вот сделаны, как бы, да? Как в автобусе, когда много людей, вообще душно. Душно. Вот в ней также будет душно, если ночью спать. Для этого и есть вентиляционные там раз-два. Да. И дверки там все они из ткани, с такой, как тюль. Так. Немножко так вот в сторону ставим, раз. Оп, натянули. Да. Так. Никто не замерз? Нет. Нет. Все, выключай.